Свой день рождения партия «Единая Россия» решила отметить встречами с гражданами. 1 декабря в Чувашии откроется более 450 площадок. В столице, помимо региональной общественной приемной, будут работать и 26 дополнительных. Встречи пройдут в разных населенных пунктах республики. Единому дню приема граждан была посвящена и пресс-конференция. Принимать вопросы и обращения от жителей Чувашии будут 25 депутатов Государственного совета и 35 народных избранников собрания столицы республики. Здесь региональный общественный прием с 10 часов 1 декабря у нас будет вести прием еще раз Николаев Вадим Иванович, член Совета Федерации, Николай Владимирович Малов, наш секретарь регионального отделения партии. С 12 часов до 14 в региональный общественный прием буду вести прием я. С 14 до 16 часов Черкесов, Леонид Ильич, секретарь городского отделения партии. И с 17 часов глава города Чебоксары Алексей Олегович Ладоков. По районах республики наибольшее количество площадок планируется в Канашском, Цивильском, Вурнарском районах и городе Новочебоксарске. Причем с учетом графика приема, обещал Николай Малов, депутаты всех уровней, по желанию жителей Чувашии будут готовы выехать в любой населенный пункт. Практика общественных приемных, она оправдывает себя. Понятно, что это не значит, со всеми проблемами должны идти в общественную приемную, так как непосредственно на местах, в муниципалитетах, есть наши представители, есть приемные. Многие вопросы можно и нужно решать на местах. Обращения в общественные приемные фиксируются, а результаты контролируются, говорят в региональном политсовете. Недавно в нашем эфире мы рассказывали о долгожданной квартире, которую благодаря обращению в приемную удалось получить девушке-сироте. Ежегодно регистрируется около 5000 обращений, из них 80% в городах и районах. На первом месте это вопросы жилищно-коммунальных услуг 17,6%. Вопросы обеспечения жильем 16%, 13,5% это вопросы социального обеспечения населения, почти 12% это вопросы промышленности, строительства, транспорта и связи, и вопросы здравоохранения у нас на пятом месте. В общественную приемную можно обратиться и по онлайн-связи, а все площадки 1 декабря будут работать до последнего посетителя. Желательно записаться заранее, чтобы была возможность проработать вопросы, но на прием сможет попасть каждый желающий, заверили журналистов на пресс-конференции.